Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», 13 том, вопрос 2787. Теперь пишут, что небоскребы в Америке свалились сами же спецслужбы американские, чтобы начать вторжение на Востоке, что и видим ныне. А взрывы в Москве и эта непонятная война в Чечне – это не дело рук наших спецслужб. Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Подлинная картина будет развернута только на суде Божьем. Но и сегодня уже немало есть материалов, которые подтверждают ваши мысли. По одному содержанию можно понять, о чем хотя бы вот одна только книга сия. Александр Литвиненко, Юрий Фельштинский. ФСБ взрывает Россию. Федеральная служба безопасности. Организатор террористических актов, похищений и убийств. Издание второе. Исправленное и дополненное. Адрес говорится на английском языке. Содержание. Глава 1. Спецслужбы разжигают войну в Чечне. Глава 2. Шабаш спецслужб. Глава 3. Мур против ФСБ. Глава 5. Провал ФСБ в Рязани. Глава 6. ФСБ прибегает к массовому террору. Буйнакс. Москва. Волгодонск. Глава 7. ФСБ против народа. Глава 8. Создание подконтрольных ФСБ внештатных спецгрупп. Глава 9. ФСБ организует заказные убийства. Глава 10. Спецслужбы и похищение людей. Глава 11. Реформировать или распустить ФСБ. 3. Президент Чечни Масхадов о взрывах домов. 11 февраля 2002 года. Перевод с английского. 250. 9. Заявление Общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в Москве и Волгодонске и учения в Рязани в сентябре 1999 года. 12. Книга «ФСБ взрывает Россию. Факты или версии?» 15. Стенограмма слушаний Общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в городе Москве и Волгодонске и проведение учений в городе Рязани в сентябре 1999 году. Телемост Москва-Лондон 25 июля 2002 года 319. 17. Война на уничтожение свидетелей. 18. Историк Юрий Фельштинский о частном расследовании терактов в Москве, Волгодонске и Буйнаксе. Чекулин. Теракты 1999 года. Чем взрывали? За что арестован бывший подполковник ФСБ? 27. Ю. Ферштинский. А. Подробенек. О. Конфискации тиража книги «ФСБ взрывает Россию». Эхо Москвы. 13 января 2004 года. Пророк Осия 4.2. Клятва и обман. Убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Исаия 5.7. Виноградник Господа Саввофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Ефесянам 5.12. Ибо о том, что они делают, тайно, стыдно и говорить. Евангелие от Иоанна 3.21. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Ефесянам 5.13. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Евангелие от Иоанна 3.20. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Патология нынче – наука в законе. Любое уродство уже не в кунсткамере. Какими должны быть, до смерти не вспомнили.
держащихся моды лукавый поджаривал. Разрезы на юбках, высокий каблук, и в брюки мужские залезшая женщина. Что мерзость и гнусность, то славится вслух, о правде святой только мысленно шепчутся. Век патологий, грех полиглотов, сумевший грехи всего мира собрать, с бесстыдством безнравственность с детства проглотят, но будет короткой преступным кровать. Так редко, но встретишься ты с крестьянкой, она без прикрас, без ненужных сережек, стоит в длинном платье и кажется странным, как можно носить, что срамней и дороже. Естественно, значит, с природой на пару, во всем натуральность, как Бог сотворил. В скромность украшена юность и старость, не нужно и траты на хитрость и грим. Кровавую краской рты полыхают, знамением гиенского крика в огне. Итак, патология – штука плохая, и я не случайно напомню о ней. За все извращения нам отвечать, сожженную совесть придется почистить. Не восковая же в храме свеча, торговлю лютует в корысти нечистой. Ума, патология числился нормой, трещат на церковно-славянском прокимны, поют непонятные клиросы, хоры. Порол ли Христос сопротивных? Святейшее слово от Иеговы звучит пусть не только по храмам святейшим. Сорвем благочестием бесстыдство покровы, слугой у души быть, не плоть свою тешить. Первое, 07.05. Игла.